Спасибо большое. Вот такой зажигательной песни сегодня поздравил Пройдем нас еще немного. Народный вокальный ансамбль «Светоч» под руководством Павла Кузнецова. Спасибо вам огромное еще раз. Здравствуйте. Ну, расскажите, Здравствуйте. Павел Владимирович, мы знаем, что эту песню вы написали сами. Сами. Что вас вдохновило на написание данной Вдохновило. Песни? У нас есть такая родственница, Катя ее зовут, она очень заботливая. И вот когда все еще спят, под Новый год мы приезжаем в гости, и она готовит. Что-то там так вкусно пахнет, ощущение детства, пахнет елочкой. Вообще совершенно новогоднее впечатление. И я понял, что надо написать песню о песне. Потому что «Коляда» или «Калядка» – тоже песня такая рождественская, новогодняя. Когда мы поем в культурном центре на Высотной, мне кажется, что этот аромат новогодних пирогов, каких-то шанежек и чего-то замечательного витает на всем нашим залом. Ну, а у вас есть какие-то вот традиции, которые вы постоянно воплощаете в жизнь 31 декабря? Может, какие-то старославянские традиции? У нас есть старославянские традиции. Это ходить друг к другу в гости. Самое старое, поверьте, старославянское. Потому что гость, он Господа радость, как бы переводится, Господа ось. Поэтому мы ходим в гости и вот так наряжаемся. Ну, не совсем так. Немножко по-другому, но очень похоже. И обязательно надо чудачить, что-то делать такое смешное, веселое. Тогда все беды тебя вот забывают, и ты находишься со счастьем вот уже совсем рядом.
Ух ты, надо будет взять на вооружение. Обязательно пойти в гости. Да, обязательно. Прямо сейчас вы можете поздравить всех, кого вы хотите, с экранов телевизора. А можно Виктору микрофон? Конечно, без проблем. Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтал, проси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит их мечту твою. Если снежинка не растает, твои ладони не растает, пока часы 12 бьют. С новым счастьем, друзья! Спасибо большое! С Новым годом, с новым счастьем! Народный вокальный ансамбль «Светоч» и Павел Кузнецов, художественный руководитель.